Добрый день! 9 октября 2023 года. Продолжение видео. Сорелла ресторан итальянский. Шикарная погода. А я нахожусь на Киамеша Лейк. Это озеро Киамеша, которое находится в 25 минутах от нашего дома. И я увидел здесь вот такую красоту. Мы здесь бываем каждый год. Но каждый год разные краски. Каждый год разные красоты. Деревушка небольшая, маленькая. А красота изумительная. Я хочу зайти вот в этот скверик. А цветочки какие осенние. Красотулечки. Посмотрите. Ой, красавцы мои. Просто красавцы. А здесь, пожалуйста, библиотека. Подходи, тебе нужны детские книжки. Какие хочешь книжки? Хочешь Библию? Хочешь оставить? Хочешь почитать? Пожалуйста, на здоровье. Пройдусь по этому скверику и покажу вам Киамеш Лейк. Осенняя красота. Небо немножко мрачноватое, но красота изумительная. Вот так вот. Вот там озеро, которое называется Киамеша Лейк. Солнце прячется, но все равно краски не уходят. От этой красоты оторваться невозможно. Правда? Вот такой скверик. Никого нету. Тишина, спокойствие. Скамеечки, усыпанные иголочками от сосны, которые уже начали опадать, так же, как у нас дома. Вот уже вся земля усилана этим. А вот эти скамеечки написано «In the memory of Maria Frangipane». Мария итальянская и Frangipane, итальянское имя, она подарила эту скамеечку вот этому скверу. Называется Battlefirst. Battlewood. Вообще, и вторая скамеечка. И там вон впереди написано, где находится синагога. Здесь находится еврейская синагога. А вот эта елочка. А небо с этой стороны голубое-голубое. Красота. Березка еще не пожелтела. Отдельные только листочки. А там вот это вот озеро. Красавица там это озеро. Немножко серенькое. Да, солнце спряталось. Но ничего, вот здесь вот когда-то был урожай грибов. Вы помните, есть фотография, где Зоя лежит, а вокруг грибы. Ей даже лень подняться и протянуть руку налево, направо. Хм. А вот это шикарнейшая беседочка. Где вы думаете? Все напротив вот этого ресторана Сорелла, итальянский ресторан. А здесь вот шиповник. Я не знаю, его посадили или он дикий. Чуть-чуть шиповничек. О, пожалуйста. Краса. И много шиповника. Немало и там, и там, и там, и там. И рви не хочу. Ну вот, такая красота у нас есть. А небо посмотрите, вот там как будто озеро голубое. А вот синагога, с правой стороны. Вот какой здесь еврейский праздник. Ну хорошо, мы еще увидимся. Пока. Bye.